Всем здоров, пацаны, девчонки, с вами Сканер. Сегодня мы будем чинить двухстороннюю пускалку. Вот да. Сегодня день починки пускателей. Начнем. Берем отверточку. Откручиваем эту штуку. Я не буду повторяться, как, ну, посмотрите первый видеоролик. И вы тогда поймете. Другие проблемы. Смотрите. Здесь вот эта штука. По поводу этой вот этого механизма посмотрите в предыдущем видео про пускалки. Про пускатель. Вот этот. Когда мы чинили этот пускатель. Теперь же я буду чинить этот. То есть я вам покажу механизм внутренний. И что у меня сломалось? Это не как некоторые показывают. У меня прям, ну, такая нужная деталь сломалась. Я думаю, что ни одного она не ломалась. Ну, вдруг у тебя конкретно она сломалась. Кто знает. Я сейчас покажу основу. Не основу, а то, что у меня сломалось. А потом я пройдусь по-старому. Ну, то, что я говорил в первом ролике. Но ты все равно посмотри прошлые видеоролики. Все равно посмотри. Смотрите. Казалось бы, ничего тут не сломано, не поломано. Берем вот эту штуку. Убираем ее вообще. Она нам пока не нужна. И у меня, знаете, что тут сломалось? Я вам сейчас покажу. У меня сломалось. Сейчас покажу. Вот эта штука, видите? У меня была то есть это от Флейма, а вот это вот сама СБшка. Сейчас я покажу тебе СБшку. Вот. Вот она. От СБ. Я, наверное, буду на... Блин, сфокусируюсь. Вот. На основе ее делать. Как она все-таки, ну, получше, думаю, будет. Так, что нам надо? Во-первых, нам нужен... Кто нам нужен? Вот я не знаю, что нам нужно вообще. Подождите еще немножко. Все-таки нет. Мы будем делать на основе Флейма. Потому что я не смог найти от этой самой, от СБ. Ну, не страшно, в общем. В общем, не страшно. Что нам мешает сделать на основе Флейма? Подожди. Что-то у меня как-то она падает, камера-то. Ну, я думаю, не страшно. Вот, все нам, во, все идеально, хорошо. Так, это мы откладываем, вот эту вот, мы откладываем, да. Берем, короче, вот эту штуку. Вот это хорошо ходит, вот. Что-то нужно закрыть, наверное. Да, нужно закрыть, а то как-то, я не понял, а то как-то слишком ярко. Вот. Все хорошо. Вот. Все нормально. Берем вот эту штучку. Видите, тут как бы она и сломана. Или все-таки на основе этой. Давай на основе этой. И вот эта вот штука, она ходит идеально. То есть ее, в принципе, трогать и не надо. Ну, фокус. Фокус. Ты где? Вот он. Фокус. Сейчас я возьму. Значит, сама гайку. А где же у меня гайка? Гайки. А вот они. Блин. Сейчас, подождите. Вот я вернулся. Вот такие вот штучки нам нужны. Проверим, будут ли они вообще работать как-то. Так. Алло, фокус. Куда пропал? Фокус. Ло. Фокус, блин. Ну, вы меня поняли, надеюсь. Блин, что-то с фокусом хорошо. Фокус, тру-ля-ля. Так, берем вот эту все-таки от СБ. Берем вот эту штуку от Флейма. Потому что я от СБ не смог найти. Хорошо, берем вот так вот бабах. Хаем. И просто закручиваем, типа. Так, я не понял. Хорошо. Как-то
плохо закручивается. Хорошо, сейчас все нам мана будет. Сейчас батя все разрулит. Ну как батя? Мини-батя. Потому что все-таки не то чтобы мне, не знаю, больше скольки. Больше 8. Мне не больше 18. Поэтому вот так. Во, нама. Хорошо, дальше. Нам нужно вот эту штуку сейчас выкрутить. И поставить ее на... Вот сюда, короче. На вот сюда. Сейчас начнется самое сложное. Так. И сейчас нужно просто покумыкать, как же вот эту штучку сюда вот переделать. Вот как? Вы знаете, вот я не знаю. И типа знать хочу, как бы, но как бы и нет. Блин, а я не знаю. Здесь было бы попроще, наверное. Блин. Сложно. Ладно, я на самом деле просто тяну видео. Хорошо. Берем вот эту штуку. То есть, если у вас вот эти ножки сломались, если у вас вот тут кусочек остался, то обязательно на этом делайте. Берем, присобачиваем вот эту штуку. Сломан. Если не получается, то печально. Все. Хорошо. Берем клей и соду. Я взял соду и суперклей, поэтому погнали. Что же нам нужно здесь, собственно говоря, заделать? Нам нужно взять металлическую палочку. Какую же? Сейчас я вам покажу, какую. Сейчас батя все покажет. Все покажет и расскажет. Я сказал, покажет и расскажет. Где палочка? У меня заварялись. Сейчас. Вот такая вот штучка должна быть. Вот. Видите, металлическая. Палочка. Берем вот сюда, вот вставляем. Проверяем. Если все норм. Если все хорошо, нормально стоит у вас. Ну, в смысле, палочка. Вот. Берем клей. Немножечко. Прям капельку. Я сейчас даже на камеру не буду смотреть. Боюсь, что слишком много. Все. Капельку. Капнул. Давай сюда. Бабахнули. Вот. Вот бахнули. Берем вот этот шаток. Шайтан. Бартыру. Еще клея заливаем немножко. Берем соду, чтобы она хорошо все скрепила. Да, это лайфхак, если что, как укрепить. Содой крепче. Вот так вот, все. Видишь? И все на ману. Да? Да, все на ману. Вот так вот получилось у нас. Еще капаем. Еще немного капнули. Так. Несколько раз так делаем, только аккуратно, чтобы ничего не испортить. Вот, она вот так вот классно стоит. Теперь берем вот эту штуку. Надеваем. И мы видим, что она зашла, хорошо стоит. Теперь же, что мы делаем? Нет, мы пока что не собираем.
Дальше мы берем, собственно говоря, эти самые кусачки, или плоскогубцы, или там что-нибудь еще. И вытаскиваем вот эту штучку потихоньку, аккуратно. То есть вот так-то бабах. Все, аккуратно вытащили. Дальше. И немного тут клея сбоку убираем, чтобы вот это вот смогла хорошо туда залезть. Сейчас я уберу это и покажу. Я вот так вот красивенько убрал немножечко. Вот это вот ставим. Это прям финал починки. Вот это вот берем и закручиваем сюда. Так, мы попробуем. Я попробую вкрутить, и она как бы не закрутилась. Потому что дырка слишком велика. Да. Такое тоже может быть. Я возьму, наверное, другой болт. Попробую его тоже так же вкрутить. Только уже без этой самой штуки. Вроде как... Ну, нет, не вкрутить, я просто примерю. Вроде как нормально теперь должно зайти. Сейчас я ее опять же вкручу. Вот. Так, немного расслаблю. Во, нормально все. Хорошо ходит. Немного еще расслаблю. Главное, не, как сказать, не раскрутить ее полностью. Вот так вот. Все нормально получилось. Теперь берем вот эту вот штуку. Прикручиваем ее на винтики. Почему на винтики, а не на вот эти вот палочки металлические? Не на заклепки, точнее. Ну, потому что они могут просто уйти. И все. То есть USB там заклепки, но я решил все-таки на болты. Так будет понадежнее, вот так и скажем. Так, подождите. Сейчас закручу. Так вот получилось. То есть вот это вот крутится. Вот это вот крутится. Почему уже тут она? Потому что. Ну, вот это лучше вам не знать. Сейчас проверим. Ставим на левую сторону. Вот так. Left. Ну и вроде как крутится. Да. Хорошо крутится. Ну, а если на right? И она тоже хорошо крутится. Хорошо, ставим обратно все. Прям все. Ставим обратно. Даже не верится, что я наконец починил этот опускатель. Все одеваем обратно. Думаю, вы и без меня с этим справитесь. Я собрал его, теперь осталось. Ну, почти собрал. Осталось вот эту штуку надеть сверху. Аккуратно, чтобы ничего не слетело. Бабах. Так. Все хорошо ходит. Дальше сверху вот эту штуку надеваем. Так. Бух. Ба-ба-ба. Вот и все. Закручиваем. Я вам покажу результаты, как она и как она запускает. Вот я собрал пускалку. Вот. Сейчас я вам покажу, насколько она хорошо запускает. Проверять эту пускалку я буду, конечно же, на Chosen Surprise. Потому что. Поехали. О! Идеально запускает. Но это правая сторона. Что насчет левой? Конечно же, камера упала. Конечно. Как же без этого? Подождите. Я поставил справа в левую сторону. Сейчас проверим, работает ли левая сторона. О! На мое удивление, она работает. Подождите. Ну и вот на такой ноте мы кончаем видео.